Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Добро пожаловать в Бравл Старс. И по названию вы, конечно же, поняли, что сейчас я нахожусь на аккаунте своего сына Вадима. Так как он не знает, что я зашел, потому что прямо сейчас он находится в школе. Сейчас у нас 14:00. Пятница, я решил сделать ему просто офигенный сюрприз. Не просто какое-то открытие сундуков, либо покупка какой-то акции, а я хочу купить сегодня ему Лего. Первую легендарку в жизни, первого легендарного бравлера, это Ворона. Как раз таки сейчас появилась акция. Помимо Ворона я куплю ему еще и Биби и купим с вами набор 35 уровня. Я уверен, что он нереально сильно обрадуется, потому что он никогда не играл за Лего. У него есть только один мифик, это Джин, но это реально, это же не Лего. Есть всего 4 Лего, я знаю, что вы мечтаете о ней тоже. Поэтому, друзья, если под этим видосиком набирается 50 тысяч лайков, то я разыграю эту Лего среди вас, друзья, на ваш аккаунт. Поэтому нужно прямо сейчас поставить свой лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписались, нажать на колокольчик и оставить свой комментарий. Давайте это сделаем за 5 секунд. Готовы? 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Спасибо тебе большое, а мы начинаем. Итак, мы сегодня с вами покупаем все, что есть у нас в акциях. Я думаю, что нам хватит около 2000 рублей, чтобы все это себе закупить. Итак, нам нужно 349 гемасиков, 89 гемасиков на Биби и 459 рублей на вот эту вот акцию. Я думаю, что пора, ребята, закупаться. Итак, мы с вами идем, покупаем сейчас ему вот этот наборчик за 1490 рублей. Получаем себе 360 гемасиков. Этого будет неплохо, но этого недостаточно, чтобы купить все. Потому что мы с вами будем покупать еще что-то. Потому что нам нужна акция, с которой мы получаем тоже себе гемы. 360 гемасиков прилетело. Здесь, ребята, у нас тоже гемы 30-ку мы получаем, но этого не хватит для того, чтобы купить Биби. Поэтому мне придется докупить ему еще 80 гемов. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы мы с вами все смогли сегодня купить. Я не представляю, представьте, вы приходите со школы, а вам просто купили Лего, да еще и Эпика. Это просто жесть. Это просто жесть. Кстати, у нас еще какая-то здесь акция. Стоп, стоп. А, здесь больше никакой акции нету. Заберем подарок. И знаете, кстати, что мы готовим еще с Вадимом? Мы готовим открытие более 100 ящиков. У нас есть билеты. У нас есть очки силы. У нас есть вот эти вот ящики, которые мы пока что копим, чтобы получить что-то интересное. Я надеюсь, вам это тоже понравится. Итак, у меня есть 445 гемов. Заходим в магазин, и, конечно же, я вначале хочу купить вот эту акцию, чтобы забрать гемасики, забрать 2 мегаящика и забрать 900 золота, хотя золото ему сейчас точно не понадобится. Зачем нужно золото, когда у нас все есть? Блин, я ошибся, нужно было сначала купить ворона. Ладно, получаем 900. Итак, что выпадает? 5 предметов. 5 предметов, 2 мегаящика у нас сегодня. Не просто ворон, не просто Биби, а еще 5 предметов. Итак, очки силы на Була, на Карла, на ПМ. Вот почему я должен был купить сначала Лего, чтобы получить очки силы. Ладно, неважно, пускай получает очки силы, знаете откуда? С пути славы. Там есть очки силы, пускай закидывают все туда. 5 билетов, это хорошо, и еще 3 гемасик. Итак, второй мегаящик. Надеюсь, сейчас будет 6 предметов. И, блин, 5 предметов. 200 золота, Кольт, Роза, Джесси, Пэмэл, Прима. 6 билетов. 6 билетов получили. Итак, 2 акции. Биби и Ворон. Я в шоке, я не знаю. Я вот реально не узнаю его реакцию. Кстати, если вы хотите, если под этим роликом, я уже сказал, наберется 50 тысяч лайков. Но если вы не захотите, чтобы я вам покупал, хотя бы наберете 30к лайков, то я куплю еще своему младшему сыну, сниму это вместе с ним, и вы услышите его реакцию. Это будет просто какой-то взрыв. Я уверен, что он просто взорвется и будет минус уши 100%. Итак, давайте, покупаем Биби за 89 гемов. Скидка, кстати, так она стоит 170, серьезно. 89 гемасиков и плюс еще один эпик. Третий из 4 бойцов. На поле, когда шкала хоум рана заряжена, полностью удар Биби. Ну, в общем, вы знаете, как дерется у нас Биби. Мы сами ее получили. Остается у нас еще 389 гемасиков. И это как раз-таки хватает на ворона. Ну что, друзья, я покупаю. Я реально покупаю своему сыну Лего. Я никогда не думал в жизни, что я буду покупать своим сыновьям что-то в онлайн-играх каких-то, в мобильных играх. Это просто жесть. Но мне это нравится. Мне нравится какая их реакция, мне нравится ваша реакция, и это Ворон! Ворон, легендарный, первый из 4 бойцов, наконец-то, на аккаунте сына появилась Лего.
Я надеюсь, что вы наберете лайки, потому что я хочу купить еще и Никите. Я хочу купить еще и Никите Ворона, я думаю, что тоже будет рад. Невероятно рад. Но Вадим 100% обрадуется, потому что Ворон уже есть на его аккаунте. Офигеть! Вы посмотрите, представляете, он заходит вот так вот, а у него уже есть ворон. Конечно же, нужно забрать, скорее всего, здесь монеты и сходить, конечно же, пару каточек на вороне. Жалко, что у меня нету очков силы. Хотя у нас есть один сундук, может быть, потратить себе на сундучок эти гемасики. Хотя нет, друзья, я, наверное, эти гемасики отложу на потом, и когда у нас скоро появится вот это событие, большая игра, где я буду играть за разных персонажей мега-бойца. Будет интересно, будет много офигенных серий. У меня есть офигенная рубрика, которую реально ждите на канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить офигенные видосики. Я сделаю крутые рубрики. И здесь, ребята, нужно будет потратить все вот эти 122 билета, набить, чтобы было все хорошенько. Итак, давайте сходим в одиночное событие, столкновение на Вороне. Просто Ворон на нуле кубков. Как им играть на нуле кубков, я уже не помню, потому что Ворона я прокачал довольно-таки быстро. Надеюсь, меня не будет лагать, хотя нет, я уже вижу, что подлагивает. 2400 хп, очень мало у Ворона хпшечек. Я сейчас буду немножечко коцать сундучки. Блин, как же он слабо сейчас бьет. Я привык, что Ворон у меня, понимаете... О, у меня еще интернет попадает. Нормально. Я привык, что у меня Ворон 10 силы. У меня Ворон мало того, что 10 силы, он у меня еще и с пассивочкой, понимаете, насколько он силен. Здесь, конечно, Ворон не то пальто. Так, мы собрались с вами два усиления, я пока что никого не вижу. Так, я вижу, кстати, Тару. Тара идет ко мне. Как же меня лагает! Мне нужно интернет перезапускать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Немножко поддамажили, поддамажили. 3200, уходим, уходим. Так, здесь у нас Бо. Бо, а я могу попасть в него? Так, давайте смотрим. Здесь, ой-ой-ой-ой-ой, надо интернет перезагружать. Ребят, после этой каточки я, наверное, быстренько попытаюсь перезагрузить интернет. Потому что у меня он просто-напросто пропадает. Так, мне нужно как-то набить себе ульту. Она видела, что я пришел сюда? Видела, в любом случае видела. Они видели, что я там! Нет, 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 5 бойцов. Я буду, короче, крысить. Я буду крысить. Так, смотри, как меня дергает. Понимаете, или меня дергает, или ее дергает. Скорее всего, меня, видите, опять пропадает этот Wi-Fi. Почему с моим интернетом такая штука происходит? Это обидно. Это обидно. Нужно перезагрузить роутер. Так, смотри, я сейчас выйду вот сюда. Хоп. Где? 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 Ну, здесь никого нет. Ладно, я сижу в кустах, но сейчас выйдет, смотри. Оп. Так. А где она сидит там? Ты чё? А, вот, видите, ждала, гадина. Ждала, гадина. Дай хотя бы мне ульту набить. Слушай, три бойца. Я никого не убил, слушайте. Я даже толком никого не ударил, а я уже нахожусь в топ-3. Нормально. Может быть, еще немножко походим, походим, побродим, и будет топ-2. Так, 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 так. Неплохо. 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 Нормально. Вот он топ-2. Вот он топ-2. Почти набил ульту. Есть 4 банки, если я выиграю, это будет просто что-то с чем-то. Но, скорее всего, будет вряд ли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ульту набил. Ульту набил. Уходим. Уходим. Так. Вот как мне на нее прыгнуть? Вот как мне на нее прыгнуть, потому что я не достану. Я понимаю, я не достану. Она ждет этого. Она ждет. Так, тихо. 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 Так, уворачиваемся. Уворачиваемся. Пробиваем. Хоп! Хоп, 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 хоп. Блин, 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 давай умирай. Да ладно. Я победил. С такими лагами просто, вы видели? Это просто лайк. Вот видели? Ворон показывает лайк. Что нужно сделать правильно? Поставить свой лайкусик, потому что первая каточка, первая топ-1 с нереальными лагами. Просто это было жесть. Но я действовал тактически. Итак, сейчас будет вторая попыточка. Я перезагрузил интернет. Лагов больше быть не должно. Снова Ворон с первой силой, всего с 10 кубками. Хотя можно сказать, что у меня 0 кубков, потому что я только первый раз выиграл. Так, что мы делаем? Мы идем с вами в кустики. Здесь у нас никого нет. Так, у нас здесь у нас Тик, который мне очень сильно не нравится, потому что он сейчас закончит убивать свой ящик и пойдет убивать меня, либо мой ящик. Так, смотрите, вроде бы не хочет ничего делать, да? Иди отсюда, иди отсюда. Так, смотри, он вроде бы уходит, да? Значит, я ящик забираю себе. Спасибо большое, Тик. Ты просто классный чувак. Ты правда классный чувак, потому что я думал, меня сейчас убьешь. Итак, здесь мы забираем. Куда мы теперь идем? Надо где-то в мид. Понимаете, в мид идти тоже, это, конечно, проблематично на Вороне. У меня есть две баночки. Так, 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 так. Здесь у нас Джин. Джин, который попытается уворачиваться. Там его Тик зажимает. Так, давай, 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 Джинни. Джинни, Джинни, Джинни. Джина забираем, забираем его усиление. Все. Итак, Тик у нас там что-то задумал. Я пока что спрячусь, пускай Тик там себе что-то делает. Так, тихо, тихо. У Тика есть ульта, вот в чем проблема. У Тика есть ульта, и это не очень хорошо. Если он ее запулит, то мне будет как бы
капец, мягко говоря. А ульту у меня нет, чтобы подпрыгнуть во время его ульты. Во время его бомбочки. Так, теперь я, значит, пошел вот сюда. Где, ребята, вы ходите? Три баночки у меня. Три баночки у меня есть. Так, Тик, смотри. Тик начинает сражаться с Бо. Тик начинает сражаться с Бо. Если я сейчас выйду на него, он успеет прожать ульту или нет? Так, смотри, вот есть шанс. Есть шанс. Есть. Он увидел меня. Он увидел меня. И... Так, ульта пошла не на меня. Фух, ульта пошла не на меня. Так, он сражается с Биби. А мы сражаемся с Тиком. Мы сражаемся с Тиком. Тика мы забрали. Тика забрали, но я пытаюсь уйти от этого. Ах ты, ёшкин кошкин. Ну не убежал, ну не убежал, конечно. Выкручивался как мог. Неудачно, конечно, была катка. Меня просто мог Тик забросить. Хотя надо было раньше просто на него нападать. Я слишком осторожничал. Вот в этот раз я немножко буду посмелее. Смотрите, просто посмелее, и, скорее всего, меня сейчас завалят. Итак, я вижу два сундука. Это хорошо, но, скорее всего, их тоже кто-то видит, кроме меня. Смотри, мы сюда отходим. Мы сюда отходим. Мы сюда отходим. И вот так. Оп, оп, оп. Оп, смотри, ПМ-очку. ПМ-очку пробиваем. Здравствуй. Вы понимаете? Она один раз меня попала. Один раз меня попала. И я уже почти умер. Один раз. Понимаете? Один раз меня попасть, и я почти умер. Отвали, пожалуйста. Отвали, пожалуйста. Отвали, пожалуйста. У него две банки, понимаете? Он, конечно, может сейчас на меня напасть попытаться. Но, дружище, ты... О, как это больно. Как это просто невероятно больно. Ну, дружище. Дружище, я сейчас знаю, что сделаю? Я сделаю вот такую фишечку. Вот так. Оп, 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 оп. Нет, нет, нет. Ну... Откуда Дэрил взялся? Какого черта ты вылез? Серьезно, Дэрил? Ну, блин, мы так с тобой не договаривались. А-а-а. Ладно, третий ранг, 20 кубасов. Нужно сыграть еще раз, слушайте. Если бы не Дэрил, я бы убил Карла. Если бы Дэрил не выкатился, вот просто вообще не... Либо мне нужно было не выпрыгивать бы, его бы убил Дэрил, в принципе. Так, смотрите, здесь у нас Тик, который сейчас будет мешать забрать мне. Нет? Не будешь мешать? А, теперь я буду мешать ему забрать. Как дела, дружище? Нормально? Мы забрали, короче, и его усиление, и свое усиление. Все у нас прекрасно, все у нас прекрасно. Забираем себе сундучок еще один. Вот это начало вроде бы неплохое. У нас есть уже 4 банки. Мы сейчас будем сейчас уже 5, потому что здесь у нас вроде бы тоже никого нет. Так, у нас здесь Тик еще, да? Так, так, так. Оп, оп. Так, забираем 5 усиление. Фрэнк, это плохо. Ой, меня еще попали. Где у нас Тик? Тик у нас где-то внизу. Он закидывает вот этот сундучок. Мы его себе забираем тихонечко и уходим. Все. Что плохо лежало, то, как бы говорится, ничье. То мы себе забрали. 6 банок. Я не должен проиграть. Ну, как бы топовое место, призовое место я должен в любом случае занять. Очень обидно, что у меня нет ульты. Давайте немножко себе выслеживать жертву. Набивать потихонечку ульту. Где-то у нас вот здесь сидит какой-то молодой красивый. Вот здесь у нас Тик. Здесь у нас Тик в любом случае сидит. Так, подожди. Попали по Тику. Все, спасибо, Тик. Я тебя забираю. 7 баночек. О, кстати, есть еще... А, это я, Леон. Я думал, есть еще один Леон. Оказывается, нет. Больше Леона нет. Так, что у нас там? Ага, у нас есть еще один Тик. У нас есть Фрэнк. Фрэнк, конечно, в упор к Фрэнку подходить, я думаю, не сильно стоит. Так, давайте я сейчас зайду в кусты. Мы просто на Тика сделаем небольшой, маленький прыжочек. Маленький прыжочек. Ну-ка, давай, Тика, ты можешь подойти ближе? Нет, давайте мы лучше оставим ульту на потом. И в конце сделаем маленький прыжочек. Просто победим, заберемся топ-1. Как вы смотрите? Я думаю, это правильная тактика. Они сейчас сражаются с Бо. У меня есть, в принципе, место для маневра. Я могу, в принципе, выбежать, убить сейчас Тика. Потом отмансовать, в принципе. И потом забрать себе еще Бо. Так, смотрите, мы себе забираем этого. Немножко подорвало меня. Так, и у нас Бо сидит с 9 банками. С 9 банками. Вот так вот. Хоп, 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 хоп. И все, изи каточка, изи техника. Видите, все, затащил красиво первое место. Фух, это лайк, ребят, это лайк. На этом, ребят, я буду видосик заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии, с вами был как всегда Робзи. Хорошего настроения и всем покедов.